600 лет прошло со времени Великой Битвы. Генерал Маркус вышел на бой с демоном Фарраком. Демоном, пожиравшим мир Иллиса. Мечом, созданным мастерами людей, гномов и эльфов, он отсек душу демона от тела. Ценой своей жизни Маркус остановил опустошительную войну. Но пламя войн не гаснет до конца. Содержание моей армии обходится слишком дорого. Нас отправляют на юг, в Деренхальд. Говорят, у короля Виктора опять какая-то заварушка на границе с орками. Что думаешь? Я пытался переубедить совет. Напомнил про лиранцы короля Стефана. Он все еще жаждет прибрать наш город к рукам. Но господа негацианты как с цепи сорвались. Тут же вспомнили о твоем благородном происхождении. Тебе не доверяют, друг мой. Знаю, но я давно не граф Торлийский. Я капитан наемной армии и готов выполнить приказ. Только кто защитит Силент? Тогда магам моей академии придется вспомнить боевые заклинания. Если будет совсем плохо, я пошлю тебе весть. Хорошо. Удачи, магистр. Тебе удачи, Дерек. Вы, капитан Дерек Фаер, мы тут вас уже заждались. Совсем от гоблинов житья не стало. Они хоть и слабые, но нападают целыми ордами. У нас не хватает людей, чтобы заменить всех раненых. Но теперь-то мы им покажем. Демон, побери, принесла нелегкая. Вот говорят же, помяни лихо.
Капитан Фаер, мы выбили гоблинов из деревни. Слава Маркусу, успели. Многие выжили, спрятавшись в подвалах. Эти люди щедро наградили нас за спасение. А еще, сэр, один малый сказал мне, что перед набегом староста ушел в разрушенную церковь, что неподалеку отсюда. Вроде бы как он спрятал там какой-то запрещенный предмет. Фаэль, где вы были? Здесь ждали вас еще неделю назад. Считаете, что наемники не обязаны вовремя выполнять приказы? Святой отец, мы отправились в путь сразу, как получили приказ торгового совета. Позвольте узнать ваше имя. Вам достаточно знать, что я брат Святой Инквизиции. На вас возлагается задача уничтожить гоблинов у крепости Кейлерштайн. Я буду с вами, но пока не могу принять участие в бою. Еще не оправился от недавней раны. Да, еще одно. Сегодня я прочел в Мекленбурге проповедь. Вероятно, многие местные жители захотят присоединиться к вашему войску.
Сэр, мы обследовали руины. Никаких следов человека, зато мы нашли вот это. Должно быть ценная вещь. Верно, сержант. Это магический артефакт. В другое время я отправил бы его магам, но сейчас... Выдайте его достойному отряду. Золото! Мы нашли золото! Этого следовало ожидать. Вместо того, чтобы сражаться с врагом, наемники занимаются мародерством.
Маркус, помоги! Похоже, тут гоблины оставили только мертвых. Смотрите, они не успели утащить награбленное. Капитан, я предлагаю забрать все. Жителям деньги уже ни к чему. А мы похороним их по-людски. Thank you.
Вовремя вы подоспели. Я бы сам не справился, годы уже не те. Молодым был, помню, гонял орков и в хвост, и в гриву, и отец с ними дрался, и дед. Да тут еще со времен святого Маркуса с гоблинами воевали. Но такого, как сейчас, не бывало. Гоблины даже старую крепость спалили, а там немало разного добра оставалось. Ну, теперь уж все пропало. Вы еще не забыли, зачем вы здесь, капитан? Чтобы освободить крепость Келлерштайн. Я рекомендую вам не задерживаться с выполнением моих указаний. Боюсь, это непростой набег. Что же такого особенного в этих гоблинах? Даже крестьяне могли бы с ними справиться, если бы не забыли, с какого конца держать вилы. Дурное предчувствие. К сожалению, король Виктор не верит в предчувствие. Я тоже больше доверяю фактам, святой отец. Тогда мне остается только молиться о том, чтобы зло миновало эту землю.